Доброго времени суток, уважаемые мои друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. И сегодня вместе с вами мы продолжаем развивать наш чудесный магазин в игре под названием ShopKeep. А если вам нужно больше серий по этой замечательной игре, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, потому что, честно сказать, я бы хотел снимать больше. Ну да ладно, переходим уже к проектировке нашего чудесного заведения, друзья. Так, я немножко поправил звук, и мы начинаем отстраивать дополнительные стеллажи, дополнительные полки, шкафы и прочее. Так, но сперва я хочу глянуть, сколько у меня... Ага, капоинтов у меня совсем-совсем, друзья, мало, а я хотел что-нибудь прокачать. Например, я бы хотел получить сейф, но я до сих пор не знаю, как этот сейф можно получить. Давайте-ка глянем. Может быть, будет написано... Нет, нужно разблокировать все-таки. Я уж надеялся, что он сам разблокируется. Но да ладно, давайте установим несколько стендов для брони, потому что броню в последнее время покупают очень часто, а деньги у меня... Чего? А деньги у меня имеются, вот совершенно другое дело. Это было очень странно, что один стенд удалился, я думал, их удалять нельзя. Далее, что еще можно построить? Давайте построим, может быть, еще один стол. Например, где-нибудь вот здесь. Хм, в принципе, место для прохода есть, поэтому, думаю, пойдет. Окей, пускай находится вот таким вот образом, немного кривовато, но, блин, это мой будет такой творческий беспорядок, ведь у меня гениальный продавец, и его магазин тоже будет выглядеть по-своему безумно и гениально. Что еще можно поставить? Для зелий, может быть, еще один шкаф установить, а давайте установим, почему бы и нет, на будущее, думаю, он нам пригодится. Далее, что еще у нас есть? Маленькие столы, в принципе, мне не нужны, я хотел установить побольше стендов для оружия. Где они у меня тут? Такс, стоп. Стоп, а где стенд для оружия? Что-то я не могу его найти. А, вот он, просто находился он за сейфом почему-то. И я даже не знаю, куда его можно поставить, потому что, ну блин, места совсем у меня мало. Ладно, давайте установим здесь. Если я начну ставить здесь, то у меня будет загорожден проход. Поэтому давайте установим несколько стендов вот так вот, друг за другом, последовательно вот здесь. Хорошо. Так, что еще можно поставить? Коврик пока у меня заблокирован. Глобус, я не знаю зачем... А, больше денег позволит зарабатывать. Это тоже позволит. В общем, можно ставить очень много крутых штук, которые позволят больше зарабатывать. Но пока они у меня заблокированы. Ну, точнее, даже просто-напросто на них не хватает денег. Так, что еще, друзья? Явно можно поставить что-то еще. Опять же, здесь будет проход в новое помещение, поэтому пока, наверное, я... А сюда не поставится стол? Было бы неплохо его установить где-нибудь вот здесь. Не хочет ставиться, друзья, не хочет он сюда ставиться. На этой половине столы, к сожалению, не устанавливаются. Может поставить куда-нибудь сюда? Но тоже он... О, сюда влазит. Но тогда не будет прохода, будет проход только здесь. Ладно, пока, думаю, на этом можно ограничиться. Будем мы развивать наш магазин после того, как откроем следующее помещение. Ну а пока я его открываю, добро пожаловать. И надо сразу выполнить задание. Так, сколько вещей мне осталось продать? По-моему, только один пояс. Да, все верно, нужно купить plate belt. Так, смотрим, где он у меня тут, почему я в прошлый раз его пропустил, я не знаю, вот он. Давайте сразу купим, не знаю, штук 6. Место у меня для них есть. Куплю несколько ледяных топоров, тоже стенды имеются. Куплю сразу несколько вандов, они тоже продаются довольно-таки успешно. Куплю несколько ботинок, и, в принципе, денег у меня больше, друзья, нету. Так, и посмотрим, что у нас сегодня в тренде. Оу, для воинов у нас плечи дракона рожденного. Маги у нас покупают грибы, роги у нас покупают ядовитые мечи, а друиды покупают деревянные плечи. Ничего из этого у меня, к сожалению, нет, поэтому придется продавать то, что имеется, и вам придется покупать то, что у меня имеется. У вас выбора не будет. Блин, здесь я уже реально пройти не могу. Ааа, тесно слишком. Продавец разожрал свою гигантскую жопу и не пролазит уже. Можно было сюда еще что-то установить. Но да ладно, возможно, кстати, в этой серии даже, друзья, оба-на, вещи прибыли, я смогу, черт возьми, купить новое помещение. Не знаю, получится ли, но... Че я не могу пройти? Вот, другое дело. Но буду на это надеяться. Так, сразу сделаем наценочку до 157%, и поиски у меня будут находиться вот на этом столе. Даже, наверное, не буду бегать барыжить, хотя нет, побарыжу, друзья. Побарыжу, потому что я хочу выполнить задание и быстрее взять следующее задание. Так, ботинки у меня, наценка на них тоже имеется, пускай стоят здесь. Броня пускай висит здесь. Можно было, кстати, еще броню купить. Зелья, очень много зелий, которые тоже можно поставить. Как раз... А чем мне показалось, что их 12? Это было странно. Ланда, ладно, буду продавать ванды. Есть место для вандов? Да, раз, два. Куда еще можно поставить?
Эх, на стендах уже ванды лежат, здесь тоже ванды лежат, и здесь, и здесь, и здесь, а на полку поставить их нельзя. Ладно, пускай пока будут в запасе, что ты купишь? Перчаточки для мага, молочинка, а теперь идет за броней, видимо. О, зелье маны, я тебя даже не заметил, если честно. А ты у меня купи пояс, пожалуйста. Она не хочет пояс? О, совершенно другое дело, сразу 60 капоинтов заработал. Окей, смотрим, какое задание можно взять еще. Опять на комплект плейт брони. Эх, зарабатываю я сразу 60 очков. Это очень круто, правда, денег на эти вещи у меня пока не хватает. Придется немного, друзья, подождать. Ну а может быть по мусоркам стоит пока пробежаться, но нет, еще утро, в мусорках вряд ли что-то будет интересное лежать. Давайте, заходите, у меня тут как бы убрано, трупов вроде бы перед входом не валяется, грязи тоже не имеется, значит вы должны все покупать. Смотрите, какой большой у меня ассортимент. Вспомните, что было в первой серии, я буквально умирал от голода, не мог заработать даже 1 рубля толком. У меня там был стартовый капитал вообще минимальный, я построил парочку пьедесталов, купил парочку зелий, и на этом все ограничилось. Сейчас же, друзья, это просто какое-то, ну реально, безумие, по-другому не скажешь. И когда я играл в прошлый раз в более раннюю версию, здесь был проход, и как бы его можно было как-то открыть. Сейчас же этот проход заблокирован. Не знаю, как можно получить к нему доступ, друзья. Нужно будет что-то сделать. И надо покупать больше прокачек. Вот я тоже не знаю. Купить прокачки оба на 107 очков. Купить прокачки для новых вещей, друзья, либо купить прокачки для боев, не знаю, нет. Или все-таки... Да, наконец-таки я прокачал инженерию. Ну и где эта инженерия мне стала доступна? Где-то здесь, я полагаю. Нет, здесь у нас статистика, здесь ничего нету. Ха, а как быть? Как быть? Как быть? Как открыть доступ к этому дрону? Возможно, нужно какое-то оборудование. А что тогда из оборудования нужно было для... Что-то я не понимаю. Строить я пока ничего не могу. Так, где получить доступ к инженерии? Я что-то не понимаю. Кстати, смотрите, как товары расходятся. Просто на ура. Камушек, камушек, камушек. Ты мой друг, тебя я продавать не буду. Может быть, нужно открыть новое помещение? Даже, друзья, я не знаю. Ладно, пока продам комплект... Плейт брони. Текс, текс. О, вот он, бот этот. МК-3. Steam Highbot, паровой. Потом книга инженерии и инженерские слитки. Не знаю, что они дают, пока я закуплю только это. Такс, такс. Что там еще из плейта я не взял, друзья? Что-то по-любому пропустил. Плейт шолдерс есть, плейт белт есть. Шлем, 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 шлем еще нужен. И перчатки, вот так вот. Хорошо, по-моему, взял все, но опять же я могу что-то упустить, ничего страшного, если что, докуплю. И у нас наконец-таки появился робот, ну еще не появился, появится, и я не знаю, какими функциями он будет обладать. Он будет расставлять товары по полкам, либо, друзья, он будет их просто поднимать, когда посетители их роняют. Но тогда в этом не будет смысла, потому что посетители нифига уже давным-давно не роняют. Они поняли, что продавец очень, как бы, недружелюбно к ним настроен, и может в любой момент снести их голову к чертовой матери с плеч, поэтому... Они не рискуют и ничего не роняют. Это, по-моему, очень разумно было, что я несколько посетителей своих завалил. Да, 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 возможно, я даже немного об этом жалею, но что поделать. Так, робот выглядит прикольно, но он какой-то маленький. Нужен сейф? Робот устанавливается на сейф? Стоп. Стоп. Стоп, 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 стоп. А как тогда... видимо, тоже сейф входит в разряд инженерии. Понял, хорошо, не дурак, окей, замечательно. Может быть, даже получится продать товары таким вот образом, выполнить это задание. Не нужно будет ходить и барыжничать. Хотя шлемы что-то у меня не особо покупают, и перчатки не особо расходятся. Так, что еще? Броня тоже пускай висит здесь. Буду надеяться, что сами вещи продадутся без моей помощи. Штанишки я никуда положить не могу, почему? Стоп, почему я никуда не могу положить штаны? Вроде бы место для штанов есть. А, они тоже вешаются на стенд? Просто я никогда штаны еще не продавал и даже об этом не догадывался. Эй! Я-то думаю, что она так быстро побежала? Смотрите-ка. Смотрите-ка, смотрите-ка. Ух, какая, блин. Пока я думал, разбирался с роботом, она, сволочуга, воспользовалась моим отвлечением. Это как-то не круто. Очень-очень-очень-очень не круто.
Я усыпил бдительность, и вот что в итоге получилось. Ладно, хорошо. Так, что там у нас по заданию? Что я уже смог продать? Окей, остались перчатки, плечи, оба-на. Плечи, броня и перчатки. Отлично, ну а я пока закуплю чего-нибудь новенького. Например, я в этот раз хочу закупить сразу кучу плейт брони. Она стоит дорого, деньги у меня имеются. Стенды тоже под нее имеются. Плюс я хочу сразу купить несколько... Давайте купим плечи и на оставшиеся деньги куплю мечей. Окей, дальше я, наверное, буду копить на открытие нового помещения. Потихонечку, полигонечку, друзья, мы должны его сегодня открыть. Надеюсь, у нас это получится. И нужно будет установить робота на сейф. Очень странно, что его нужно ставить на сейф. Я так и не понял, что нужно для открытия сейфа, но, блин. Забавно. Так, что ты хочешь? Что это такое? А, видимо, одеяние мага, но у меня, к сожалению, очков нету, и поэтому я пока не могу ничего вам организовать. Да и одеяние мага у меня какое-то печальное. Так, что еще можно прокачать здесь? Виниловый плеер. Граммофон, зачем он мне? Надо будет еще растительность прокачать. Коврик, наверное, не особо мне нужен. И вот здесь нужно будет попрокачивать вещи. Ну и бойца было бы неплохо купить, но стоит это все очень-очень дорого. Ладненько, друзья, ладненько. Пока просто буду продавать и копить качки, а дальше будет видно. И вообще, порекомендуйте мне, пожалуйста, в комментариях, что стоит прокачать в первую очередь. Какие прокачки пойдут на пользу нашему магазину больше всего. Кстати, смотрите, как удалось буквально под расчет купить количество брони. Так, плечи сюда, мечи сюда. Мечи, кстати, расходятся хорошо, и топоры. Ой, 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 опа, ха-ха, опа. Дороженный топор хотел у меня свистнуть. Блин, воруй воришек становится все больше и больше. За кого они меня держат, я не понимаю. За идиота, что ли? Осталось продать броню и перчатки. Перчатки у меня есть, целое множество. Стоп, а перчаток-то у меня, друзья, как раз-таки и нету. Странно, что у меня нет перчаток. Ладно, мы сейчас это дело исправим. Я думал, есть. Давайте закупим сразу, например, вот столько. 8 штук. Будет хватать, думаю, на первое время. Так, и у нас потихонечку заканчивается день. Скоро уже, друзья, будет вечер, и мне нужно постепенно отправляться в путешествие по просторам помойным. И искать в мусорках что-нибудь крутое. Вот только я не знаю, что смогу найти сегодня. Ты, надеюсь, купил у меня этот топор, не свистнул? Да, у него на лице улыбка, значит, он доволен. Так, и кости надо было бы убрать. Почему я не сделал этого раньше, я не знаю. Все, костяшки, давайте стирайтесь просто в пыль. Вас тут не должно быть. Отлично. Так, скупила броню. И, кстати, я уже не вижу смысла покупать кожаную броню. Ее особо у меня никто не покупает. Реально, просто-напросто трачу место, на которое я мог бы установить что-нибудь более интересное, что-нибудь более крутое. Такс. Такс. Я хочу, чтобы у меня все было по разделам. Например, в одном разделе мечи, во втором разделе броня, в третьем разделе еще что-нибудь, но не особо получается это организовать. Так, что там мне осталось продать? Насколько я помню, перчатки и броню. Броня есть, перчатки тоже. Броню не покупают. Может быть, все-таки пойти побарыжить? Зелья покупают. Что там вообще сейчас в тренде? Может быть, изменилось? Да, смотрите-ка, для воинов плейт-чест. А у меня этих плейт-честов, ну, просто целая куча. Почему их не покупают? Я не знаю. Заходите, смотрите-ка, выбирайте. Гигантский ассортимент плейт-честов. Че ж вы не покупаете? Они вообще не хотят заходить. Уже, кстати, вечер. О, еще один трупик я забыл убрать. Ай-яй-яй-яй, может быть, в этом все дело? Где моя метла? Вот она. И надо бы починить свои стенды. Наверняка многие из них уже расшатались, но я почему-то про это постоянно забываю. Так, отлично. Ну ладно, побегу пока по мусоркам. Задание выполнится само собой. Заработаю я больше денег с выполнения задания, если оно выполняется само. Если вещи сами покупатели покупают. Потому что наценка от барыжничества очень маленькая. И опаньки, опаньки, а перчатки купите? Перчатки пока что-то не покупают. Ладно, хорошо. И в мусорках что-то давненько не было ничего полезного, друзья. Жесть, но раньше в мусорках было гораздо больше интересных товаров, а броня расходится как горячие пирожки. В самом-то деле, как горячие пирожки. Ладненько, друзья, давайте я, пожалуй, все-таки пойду и побарыжничаю, потому что, ну блин... Осталось продать одни перчатки, а их никто не покупает. Где они у меня здесь? Вот они. Так, перчатки, перчатки, перчатки. Вот тебе нужны перчатки, получи. Хорошо. Выполнил я задание? А по-моему, оно и раньше выполнилось, просто я не заметил. Да, я не заметил. Так, очень много грязи у меня опять на входе. Насрали, блин, засранцы. К вечеру всегда становится грязно.
Ну и надо бы взять новое задание. Что у нас имеется? Что я еще успею сегодня выполнить? Инженерия тоже влияет на продажу. То есть можно продавать инженерные свитки и инженерные вот эти штуки. Рецепты. Окей, давайте закупим, почему бы и нет. Я просто думал, что это для меня. Так, сколько нужно их продать? 10 того, 10 того. Окей, не вопрос, деньги у меня в принципе имеются, продам. Прикольно. О, так они очень дорого стоят. Очень дорого стоят. Ладно, давайте купим сразу 10 этих. И на оставшиеся деньги купим вот этих. Ну, по идее, это все дело очень хорошо окупится. И хотя неизвестно, будут ли у меня их покупать. Блин, вот будет прикол, если окажется, что это как бы для меня. И я просто впустую все потратил. Вот это будет действительно разочарование. Надеюсь, что нет. И может быть стоит попробовать продать свой камушек, сделать у него гипергигантскую наценку. Я запарюсь нажимать. Не-не-не-не-не-не. Продавать его, естественно, не буду. Слишком долго. И слишком маленькая выручка. Неизвестно, когда я еще смогу заработать этого друга камушка. Слишком уж он мне нравится, слишком уж он маленький и миленький. Пускай находятся у меня. Ну а мы пока будем продавать вот эти штуковины. Да, действительно, они устанавливаются здесь. А что, если попробовать продать их... Ладно, зелье можешь воровать, ничего страшного. Мне лень за тобой бегать и лень опять убивать. За 152%. Ну-ка. Купишь свитки или нет? Нет, он не купил свитки. Почему? Они не хотят покупать свитки инженерные. Чего? Может быть, наценка большая? Хм, даже со скидкой они не покупают их. Не покупают, друзья, хоть убейте. Жесть. И они столько места занимают много. Офигеть. Может быть, зря я их закупил. Но я хотел выполнить это задание в конце-то концов. Куда еще можно их поставить? Они реально будут полностью загораживать здесь все. Больше даже места нету. А книги инженерные, ну-ка, тоже сделаем наценку. А, книги гораздо меньше по размерам, и можно их продавать. Так, здесь. Ну ладно, пускай будут, рано или поздно у меня их кто-нибудь докупит, я думаю. Не просто так же они здесь находятся. Так. А робота, кстати, тоже, походу, можно продавать. Я думал, что он как бы будет у меня летать. Посмотрите, тоже есть наценка. Может быть, и со свитками нужно что-то делать. Ладно, я не знаю, друзья, подскажите мне, что это за свитки от Koala Corporation. Понятия не имею, первый раз что-то подобное вижу. В мусорке заглядывать смысла нет, вряд ли там что-то будет интересное. И, блин, я потратил впустую кучу денег. У меня это не покупают люди. Хм, зачем я прокачал все это? Но я все-таки думаю, что как-то это можно заюзать, я не знаю. Что-то нужно использовать. По-любому эти свитки не только для покупателей предназначены, но и для меня. Так, ну и нужно будет на сейф установить этого робота, посмотреть, на что он способен. Хотел накопить на новое помещение, но что-то как-то не получилось. Если бы я не закупил такую большую партию свитков и книг, то, возможно, денег бы у меня хватило. Так, ну и все. Стадия строительства. Я могу наконец-то построить сейф, да. Да. Ну, пускай он стоит у меня вот здесь. Отлично. Установим сюда бота и... открываем. Нужно будет, друзья, с этим разбираться. Ну, а пока на этом все. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи, всем пока. И в следующей серии разберемся с ботом. Пока, друзья, пока.